Жирков Кирилл Валерьевич, член идеологической комиссии Центрального комитета Рабочей партии России. Дорогие товарищи, многое было уже сказано здесь, и подводя некий, надеюсь, что пока промежуточный итог того, что было сказано, такую сумму тех мыслей, которые были озвучены, тех работ, которые были сделаны партией и озвучены здесь за отчетный период, я бы хотел предложить вашему вниманию проект постановления, который я сейчас зачитаю, а потом у меня будет некое предложение к делегатам съезда принять его за основу. Проект постановления 28-го съезда Рабочей партии России, отчет ЦК и задачи партии. Обсудив отчетный доклад Центрального комитета Рабочей партии России, с которым выступили сопредседатель Рабочей комиссии В.В. Кальвет, сопредседатель идеологической комиссии Д.Ю. Шилов и сопредседатель организационной комиссии Д.Б. Дегтярев, съезд отмечает, что за истекший период партия в соответствии с программой РПР продолжала оказывать содействие рабочему классу, трудящимся в организации классовой борьбы посредством идеологического, политического и экономического просвещения, помощи в создании рабочих секций профессиональных союзов, нацеленных на улучшение экономического положения работников. Издание и распространение членами партии, сочувствующими на заводах и фабриках газеты «Народная правда», являющейся коллективным пропагандистом, агитатором и организатором партии, вышли на ежемесячную основу. За отчетный период было издано и распространено 10 номеров газеты тиражом свыше 500 000 экземпляров. Съезд отмечает, что именно это направление работы составит основу решения поставленной 27-м съездом задачи привлечения в рабочую партию России каждым членом двух рабочих и образования фабрично-заводских партийных ячеек. В октябре 2020 и в марте 2021 года была успешно организована работа семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии Российского комитета рабочих. В соответствии с решением идеологической комиссии ЦК РПР начато издание собрания сочинений М.В. Попова в электронном виде. К настоящему моменту издано 3 тома. Проведены международная научно-практическая конференция «Причины и результаты борьбы позитивных и негативных тенденций в социалистических странах», по результатам которой опубликован сборник статей и научно-практическая конференция «Коллективный договор как система забастовочных требований». Красный университет и университет рабочих корреспондентов вели пропаганду марксизма в единстве его 3 моментов. Видеоканал Фонда рабочей академии активно способствует этой пропаганде, своевременно публикуя записи занятий, семинаров, кружков, выступлений на актуальные темы и других материалов. Круглосуточную трансляцию ведет Красное радио Фонда рабочей академии. Успешно работают сайты партии и другие партийные ресурсы в интернете. Благодаря бескомпромиссной борьбе с различными ревизионистскими группами улучшился качественный состав партии, увеличилось в ней число рабочих. Съезд подчеркивает, что главным направлением деятельности партии на предприятиях является создание рабочих секций действующих профсоюзов, а рабочие не их, а не образование малочисленных новых профсоюзных организаций, которые, не получив поддержки большинства трудового коллектива, пытаются меньшинством вести активные действия, делая себя практически беззащитными перед администрацией. В случае создания первичных профсоюзных ячеек несколькими активистами, съезд разъясняет опасность преждевременной открытой конфронтации с работодателем без завоевания большинства коллектива. Основным инструментом для завоевания такого большинства должен быть
прогрессивный проект коллективного договора для данного предприятия, основные положения которого, выгодные каждому работнику, должны быть кратко выражены в одностраничной выжимке из проекта колл-договора, выданной каждому члену коллектива. Съезд признает работу партии за отчетный период удовлетворительной и постановляет: первое. Продолжить работу по привлечению в партию рабочих. Распространение газет на проходных заводов и фабрик считает основным инструментом реализации данной задачи. Во всех городах, откуда прибыли 3 и более делегатов РКР и съезда партии, провести встречи с делегировавшими на РКР рабочими с отчетом делегатов, наметить и организовать учреждения городских объединений рабочих с избранием городских советов рабочих для координации коллективной борьбы рабочих различных предприятий и обмена опытом коллективной борьбы за заключение прогрессивных коллективных договоров. Действенным инструментом партийной работы считает общепартийный план, содержащий комплекс мероприятий и систему действий, нацеленных на реализацию партийной программы и решений съезда партии. План на новый 2022 год должен быть сверстан в декабре текущего года. Массовое привлечение рабочих в партию является необходимым условием успешной борьбы рабочего класса за создание советов как организационной формы диктатуры пролетариата. Нижний Новгород, ноябрь 2021 года. Дорогие товарищи, я думаю, что то, что здесь изложено, соответствует той линии, которая прозвучала и в докладах, отчет ЦК и задачи партии, и в выступлениях товарищей в прениях. Поэтому считаю, что данный проект можно принять за основу. И предлагаю поэтому голосовать. Уважаемые товарищи, кто за то, что данный проект установления съезда принять за основу? За? Против? Воздержавшихся? Дорогие товарищи, ваши правки к данному проекту можно направлять в редакционную комиссию, которую, кстати говоря, съезд еще не избрал. Мы утвердили в самом деле? Это я проспал, значит, да. Направляйте, пожалуйста, в редакционную комиссию. Все правки принимаются в письменном виде. Значительное число правок уже пришло мне, я их получил. Ну и мы будем после того, как окончится прения, будем эти правки рассматривать и голосовать за них. Спасибо. Для доклада по второму вопросу дать слово товарищу Кудрявцеву. Владимир Михайлович. А потом после доклада перерыв как раз и будет возможно. Да он не долгий доклад. Сейчас не прошу. И перейти к выборам потом. Рассмотреть поправки. Кудрявцев Владимир Михайлович. Член Центральной контрольной комиссии. Значит, докладываю съезду, что Центральную контрольную комиссию в течение этого года не поступило ни одного заявления на, так сказать, действия партийных организаций, партийных органов. Значит, Центральная контрольная комиссия в плане действий по прошлогодним этим неприятностям, которые у нас были в Ленинградской организации, в Нижегородской организации, значит, предпринимала действия по проверке своего рода аудиту, в частности, Ленинградской парторганизации, потому что там руководство, которое было отстранено, значит, силами парторганизации, оставила после себя очень нехорошее организационное наследство. И Центральная контрольная комиссия совместно с парторганизацией провела проверки, навели порядок в документации
и, так сказать, во взаимоотношениях. Вроде ленинградскую организацию, так сказать, вылечили и избавили от проблем, которые там возникли в позапрошлом году. По проведению мероприятий, таких как съезд партии, оргбюро ЦК, пленум ЦК, у Центральной контрольной комиссии вопросов нет. Заявлений по этому поводу тоже не поступало. Все. Спасибо. Вопросы есть? Давай. Тогда предлагается отчет Центральной контрольной комиссии утвердить. Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержавшийся. Спасибо. Уважаемые товарищи, предлагается приступить к обсуждению поправок по проекту постановления съезда. Так, дорогие товарищи, в адрес редакционной комиссии поступило на данный момент, как я понимаю, 6 поправок. Давайте я зачитаю фамилии, кто внес поправки. Если я кого-то пропустил, просто скажите. Товарищ Золотов внес поправку, товарищ Чопа, товарищ Мигранов, товарищ Бобинов, товарищ Назаров и товарищ Лазарев. Я кого-то пропустил, что-то я... Кто-то вносил куда-то, вписал Вайбер мне, например, но я не откликнулся на это. Если все правильно, тогда давайте начнем вот с первых двух поправок, которые были изложены на бумаге. Первая поправка от товарища Золотова. Предлагается записать в качестве пункта 1 постановляющей части следующее положение. Продолжить подготовку и издание собрания сочинений Михаила Васильевича Попова в целях развития фундаментального характера пропаганды марксизма-ленинизма и повышения уровня теоретической подготовки членов РПР. Соответственно, если данная поправка будет принята, следующая нумерация изменится. Следующие номера пойдут со второго, те, которые указаны в проекте. Еще раз. Продолжить подготовку издания собрания сочинений М.В. Попова в целях развития фундаментального характера пропаганды марксизма-ленинизма и повышения уровня теоретической подготовки членов РПР. Ну, как член редакционной комиссии, я эту правку поддерживаю. В общем, сказать что-то против не могу ее. Ставим вопрос на голосование. Чисто сердечный приступ. Уважаемые товарищи, предлагается, значит, голосовать. Кто за озвученную правку, прошу голосовать. Кто против? Сдержавшись, единогласно. Так, правка принята. Следующая правка от товарища Бобинова. А это в резолютивную часть у вас? Это предложение в резолютивную часть? Да. Это предложение в резолютивную часть, опять же. Первое. В рамках политической борьбы развернуть работу по созданию широкого фронта политических партий, общественных организаций, профсоюзов за приведение ТК РФ в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с международным правом и снять ограничение права на забастовку в зависимости от численности входящих в профессиональный союз или иной коллективный орган работников. Координаты правда. Дорогие товарищи, я сейчас прочитаю еще раз. Я хочу сказать, что думаю, что товарищу Бобину в защиту данной поправки нужно выступить, потому что не было вот этого вопроса мы тут ни в прениях, ни в отчете ЦК не слышали. Поэтому надо объяснить, откуда этот вопрос взялся и почему он ставится в
в постановление съезда. Еще раз зачитываю. В рамках политической борьбы развернуть работу по созданию широкого фронта политических партий, общественных организаций, профсоюзов за приведение ТК РФ в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с международным правом и снять ограничение права на забастовку в зависимости от численности входящих в профессиональный союз или иной коллективный орган работников. Григорий Ильич, вы не хотите выступить? Бобинов, Рабочая партия России, Ленинград. Те, кто начинает работать в профсоюзах, особенно вот моя организация, когда я курирую очень много первичных профсоюзных организаций, мы сталкиваемся с дискриминацией профсоюзов, которые отличаются от, ну, именно по нашему Трудовому кодексу Российской Федерации, когда они представляют меньше половины сотрудников. Тем самым ущемляется их конституционное право объявлять забастовку. То есть в Конституции написано одно, Трудовой кодекс Российской Федерации противоречит Конституции. Тем самым широкое именно наступление забастовок в стране очень сильно препятствует вот это вот несоответствие. Такого нету практически ни в одной стране, такого несоответствия мира. У нас самое реакционное получается трудовое право в плане организации забастовки. Это подтверждается и статистикой. Если за последние 12 лет посмотреть статистику, то так называемых, ну, именно истинных забастовок по Трудовому кодексу Российской Федерации, по их нету. И в том числе одна из причин – это вот это препятствие, несоответствие, еще раз повторюсь, Конституции и Трудового кодекса Российской Федерации. Так как у нас партия самая прогрессивная в нашей стране, то, соответственно, за нашей партией стоит задача сформулировать идею, сформулировать требования, чтобы они в дальнейшем материализовались через создание широкой коалиции. Понятно, что одной нашей партии это не получится, но так как у нас есть уже опыт продвижения даже невозможного, а именно проекта Трудового кодекса Российской Федерации, который стал кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, именно та борьба, которая велась в том числе и членами нашей партии, и формулировалась членами нашей партии, то есть Поповым, Федотовым и другими товарищами в 2000-х, в начале 2000-х годов, в конце 90-х. То есть это по силам, почему бы этим не заняться сейчас, но для этого надо сформулировать это все, ну и претворить в дальнейшем жизнь. И я думаю, что это, возможно, сдвинет с мертвой точки именно забастовочную борьбу в том числе. Спасибо. Александр Владимирович. Уважаемые товарищи, я думаю, то, о чем говорит Григорий Вячеславович, это перспектива. Перспектива. Но единственное, что я думаю, мы не найдем вторую партию, которая бы, вот говорить, коалиции с партиями. Вы хорошо вспомнили пример борьбы за Трудовой кодекс. Там не партии объединились, там профсоюзы объединились. Вот коалиции и профсоюзы – это понятная вещь. Партии, кроме нашей, никто тут, только что все говорили, как партии себя ведут. Но как можно такую перспективу? То есть, это речь идет об общенациональной стачной борьбе. Будет такое? Обязательно будет. Ну, а что для этого нужно? Ну, надо, чтобы на предприятиях-то хотя бы побастовали за более понятные и близкие требования, зарплаты и так далее. Если, как вы правильно говорите, у нас ни одной забастовки, хоть официальной, хоть неофициальной, и неофициальной тоже, это, ну, приостановили работу, она вроде как. А вот чтобы с требованиями и движением каким-то таким, ну, это единичный случай. То есть, давайте решим задачу по порядку. Вот когда мы будем научимся бастовать, как-то в борьбе обретешь ты право свое. Вот это и будет означать, что чего вы там своими законами, мы все равно бастуем. И тогда очень легко пройдет вот отмена всяких ограничений забастовочной борьбы. То есть давайте не путать то, что будет в финале, с тем, что будет в начале. Поэтому я считаю, Григорий Вячеславович, ваша поправка неправильна не потому, что она неправильна по сути, с оговоркой, которую я сделал насчет коалиции партий, а потому что она не своевременная. Мы еще вот не развернули вот на предприятиях. Поэтому предлагаю отклонить. И вернуться к этому тогда, когда на многих десятках и сотнях предприятий будет широкая забастовочная борьба.
Какие мнения по данному поводу, товарищи? Есть кому чего сказать? Товарищи, я думаю, что Григорий Вячеславович совершенно справедливо поставил этот вопрос. И понятно, почему он его поставил, потому что, собственно говоря, он подошел в своей работе уже к той стадии, когда действительно уже доходит до коллективных действий. И здесь оказывается, что не только малочисленный профсоюз не может организовать забастовку, но и многочисленный профсоюз, так сказать, который охватывает больше половины работников, не может организовать забастовку, потому что по нашему российскому законодательству правом объявления забастовки профсоюз не обладает. Забастовку может объявить только коллектив, если половина сотрудников, половина работников проголосовала. При этом неважно, являются они членами профсоюза, не являются членами профсоюза. И это на самом деле значительно ограничивает и профсоюзную борьбу, потому что профсоюз не может объявить забастовку с одной стороны, с другой стороны, организовать в коллективе при активном противодействии работодателя также забастовку значительно вызывает большие сложности. Поэтому, безусловно, на мой взгляд, совершенно правильно, что этот вопрос поставлен, и вот это несоответствие трудового законодательства и ущемление фактически конституционных прав граждан, оно должно освещаться, должно, так сказать, исследоваться, и должна вестись, по крайней мере, теоретическая борьба в этом направлении, идеологическая борьба. Будут у нас здесь союзники, но со стороны профсоюзов, скорее всего, да. Со стороны политических партий, есть политическая партия в Думе, которая в своей программе имеет такие положения, но по факту они не продвигают, скажем так, даже собственные программные положения не пытаются как-то повлиять на ситуацию. Но в защиту позиции Александра Владимировича я бы хотел сказать, что вот те достижения, те изменения и те более прогрессивные положения в трудовом законодательстве других стран, они связаны не с тем, что правительство этих стран, так сказать, такое более прогрессивное, более либеральное и пошло навстречу трудящимся. Оно пошло трудящимся навстречу в ответ на ожесточенную забастовочную борьбу. То есть это право бастовать, оно было вырвано. Вначале это были нелегальные полностью забастовки. Потом пошли на то, что забастовки вынуждены были разрешить. После того, как разрешили забастовки, так сказать, легальные, для того, чтобы разбить на большое, крупное забастовочное движение, на множество мелких забастовок, вот пошли на то, что, ну, если три человека собралось, они тоже могут забастовать. Вопрос, что они, чего они добьются этим. Поэтому здесь, наверное, нужно двигаться в двух направлениях. С одной стороны, в том направлении, в которое мы идем вместе с Российским комитетом рабочих, то есть довести борьбу в коллективах до забастовки, с одной стороны, но и с другой стороны не оставлять и теоретическую, идеологическую борьбу в этом направлении. Потому что на самом деле этот вопрос несоответствия Трудового кодекса интересам трудящихся, он широко не освещается. И в этом плане я бы рекомендовал оставить, может быть, формулировав немножко по-другому вот эту поправку, внести все-таки постановление. Спасибо. Прошите еще раз сказать. Пожалуйста. Так, Денис Борисович, я так и не понял, вы поддерживаете данную поправку или вы какую-то другую поправку поддерживаете? Я поддерживаю данную поправку. Спасибо. Делегаты, к вам обращаюсь. Какие у вас мнения будут? Вопрос уточняющий, Григорий Вячеславович. Можно? Пожалуйста. А как, Григорий Вячеславович, как вы думаете, какие проблемы на данный момент должны решить вот, принятие такого изменения? Приведу конкретный пример. Допустим, взять мою организацию. Ровно делится на три части. Скорая помощь, стационар, поликлиника.
это три разрозненных бета, в котором находится 30-30%. И у нас разные вообще, ну вот по специфике работы вообще разные, вообще, ну понимаете, да, интересы коренные, вот разные. И мы не, коллектив не хочет поддерживать скорую поликлинику, еще и внутри подогревается внутренняя вражда. Я понимаю, что надо искать там какие-то компромиссы и тому подобное, но в целом это просто неразрешимый клубок на это. И там большинство, ну как бы среди 30 это все поголовно заодно, 30% поголовно, а в целом большинства не получается. И при этом, ну еще по поводу авангарда, да, есть авангард предприятий. Я не говорю, что меньшинство, но какой-то авангард. И этот авангард лишается права на забастовку, хотя он может добиться классных целей. Своих целей, которые можно, ну, может добиться на предприятии. Но он не дождется никогда остального большинства этого предприятия. Соответственно, вот, все встало. При этом понятно, что производственный цикл подразумевает, что какие-то люди на предприятии, даже в небольшом количестве, организовавшись, могут застопорить работу всего предприятия и решить проблемы, и добиться своих действий, ну, своих, вернее, требований в результате слаженных именно узкой группой, ну, товарищей. Они этого лишены по нашему законодательству. Мне кажется, лишь как раз устранив вот это вот, что по численности и из-за численности нельзя провести забастовку, там, не достигнув, ну, как бы вот такие моменты появятся более широкие горизонты для развития рабочего движения. А кто устраняет? Так, Юрий Ильич, как же, забастовкой вы хотите добиться? Продавить через Думу как? Депутат напишет, как? Кого вы имеете в виду? Как? Хорошо его убрать, но кто? Без забастовки это можно? Дело в том, что на данный момент даже не сформулирована сама вот эта идея, ну, и как она достигается. Она сформулирована очень давно. Но она... Ну хорошо, я про... Но у вас был свой опыт, почему сейчас не объединить? Сейчас еще раз, вы же сказали, что сейчас, по вашему опять же мнению, сейчас уже реакция подходит к концу, сейчас начинается подъем движения. Но для того, чтобы это движение, у них были какие-то идеи, значит, надо освежить эти идеи и привлечь людей. У меня сейчас уже очередное там предложение от одного из профсоюзов поступило, просят поддержки. Так что... Идеи-то витают в воздухе, и сейчас люди хотят объединиться. Вот, вот только что пришло на телефон. Целая вот такая петиция, просим поддержать. Их от нашей партии надо, у нас же, я считаю, самые мозги здесь собраны, идеи проработаны. Значит, надо освежить то, что витало в воздухе, и было сформулировано. Возможно, я не в курсе этого. Я в партии недавно, может быть, не в курсе. Я тогда можно запомню, что было, в чем отличие коренное, да, от начала 2000 года. Там движение было, во-первых, все профсоюзы, которые вне рамок объединились, от Центров, причем разные совершенно политической ориентации. Да. Обеспечивались даже, например, локомотивщики, докеры. И кроме того, в рамках ФНПР еще было много жизни. Вот Владимир Михайлович может подтвердить. Первичные организации принимали, приглашали выступать и поддерживать первичные организации, не только первичные организации, но доступно. Сейчас вы можете сказать, что ФНПР поставил плечо. И даже вот это движение только вступом могло. Ну, некоторые вещи, так сказать, убрать уж одиозные совсем из кодекса. Все равно это не наши, как вы знаете. Сейчас ситуация совсем другая. ФНПР откровенно стал антирабочий. Кого мы посадим? Мы у них поддержки не получим. Прожитого. Поэтому и все остальные тоже очень легко разъехались. Поэтому по одному даже очень важному вопросу. Мы сейчас не наследим. Я говорю о сформулировать. Ну, надо же сформулировать. Зачем нам сейчас эту задачу на год поставить нашей партии? Вот мы сейчас за всех должны таскать это дело. Но будут какие-то вот ваши. Хорошо, обвиняйтесь с ними. Но зачем партию будем подвязывать? У нас задача с газеты, как мы знаем. Задача с коллективным выгоранием на предприятиях мы не решим, будем, значит, всех объединять. Я думаю, это практически с нашими силами таким мощным. Но это вот не своевременно, я еще говорю, не своевременно. Я же не сказал, что я, в принципе, против. Но это вот, когда мы будем мощнее, тогда мы эту задачу решим. Как мощнее, как когда? Забастовками. Мы еще ни одной забастовки не организовали, и вы хотите общенациональное забастовочное движение. Потому что без этого вот ваш проект, это пустое, так сказать, хождение по площадям. Зачем это нужно? Ну, такую дурацкую ситуацию никогда не было. Спасибо.
Надюм Михайлович. Ну, я согласен с Александром Владимировичем. Тем более у нас есть опыт, когда мы пытались объединяться. Это никуда не привело. Кроме неприятностей, ничего не получили. Так. Вот. То же самое со СПРОФ. Как он нам палки в колеса ставил, рабочее движение в целом. Все борются за свою шкуру. И нам сваливать на свой круг вот это все. Это в конечном итоге. Вот то, что предлагается. Изменение трудового кодекса. Это конечная задача рабочей власти, чтобы трудовой кодекс был в соответствии с нашими интересами. Значит, мне вот как человеку, который провел достаточно много забастовок, мне кажется, это бессмысленная борьба за изменение бумажки, записи. Борьба должна быть за правое дело. Вот, давайте этим заниматься и наплевать на эти бумажки. Они где-то работают, где-то не работают, в большинстве они не работают. Так? А если мы еще повесим по факту на себя обязательства, что вот есть положение, которое мы будем исполнять, и что забастовку нельзя провести, не исполнив это положение, это неправильно. Забастовку провести можно в любом случае, если дело правое и организован коллектив. Можно я еще скажу? Да, да. Значит, дорогие товарищи, я здесь хотел бы, во-первых, поддержать то, что говорил Денис Борисович. Действительно, скорее всего, теоретически надо этот вопрос раскрывать в том смысле, что указывать на эти несоответствия между международным правом и правом в Российской Федерации, но надо при этом помнить, что это право это у нас и во всем мире это возведенное в закон воля господствующего класса. То есть вот господствующий класс буржуазии возвел в закон такие нормы. И ставить перед собой такие задачи, как здесь указано, политической борьбы, то есть борьбы за, вообще-то говоря, завоевание, удержание и осуществление государственной власти, в такой формулировке, я бы сказал, что это такое слишком широкая и несвоевременная постановка вопроса. Такую задачу мы решить в течение следующего года и в ближайшее время не видится, что мы такую задачу можем решить. Поэтому вот, по именно конкретно данной поправке я буду голосовать против нее. Еще какие мнения, товарищи, высказывайте, делегаты. Вам решать суть вопроса. Ну, тогда ставим вопрос на голосование. Кто за предложенную товарищем Бобиным правку, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Один за. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать против. Восемнадцать против. Один за. Что-то у нас я не всех сосчитал. Кто воздержался? Кто воздержался? А, ну все, да. Четверть. Четверо сдержались. Так, поэтому поправка не прошла. Так, значит, следующая поправка от товарища Назарова. Две опять же поправки. В абзаце «Благодаря бескомпромиссной борьбе с различными ревизионистскими группами улучшился качественный состав партии, увеличилось число рабочих», предлагаю слово «число» заменить на слово «численность». Ну, Дмитрий Олегович, давайте выскажитесь. Товарищи, поправка родилась довольно просто в предыдущих постановлениях
в той части, где говорится о несоответствии численности рабочих в постановлении 27-го съезда, есть слово «численность». Здесь у нас появляется число, это, скажем, неизвестная категория. Более такая, скажем, ну, число это вообще уже определенное какое-то количество. Не хотелось бы там вдаваться в диалектику, но. Да, неправильно вообще. Не, ну это определенное количество, да, но я бы не хотел бы строить поправку вот на диалектике, а просто обратиться к предыдущему опыту и поставить слово «численность». Тем более, что в отчетах и в своем отчете комитета всегда использовал слово «численность», полагая, что это вполне правомерно. Более благодушно. Так и запишем. Согласен. Ну, все ясно. Ставим на голосование. Или это может чисто технически? Не, почему? Надо голосовать. Как уважаемые товарищи, кто за предложенную правку товарища Назарова, прошу голосовать. Кто за, против, воздержавшиеся, единогласно. Вот какие правки. По существу, что говорится. Так, вторая правка тоже товарища Назарова. Сейчас я ее зачитаю. В пункте первом итоговой части постановления в предложении распространение газет на проходных заводов и фабрик считать основным инструментом реализации данной задачи предлагается слово «инструментом» заменить на слово «средством». Да, ну и если внимательно почитаем проект постановления, трижды используется слово «инструмент» и в том или ином склонении, да, я думаю, что именно вот в этой части использовать слово «средство», и здесь я обращусь к диалектике, очень было бы уместно, потому что инструмент – это тоже средство, но средство как таковое обозначает некий средний термин, и когда мы говорим о привлечение рабочих, вот о передаче газеты. Да, если бы мы говорили о том, чтобы огород копать, то мы бы там сказали считать инструментом лопату. Вот. А инструментом считать газету, я считаю, что более правильно сказать средством. Тем более, что слово «инструмент» там уже три раза, это будет второй раз, когда оно звучит, ну как-то даже с точки зрения русского языка, не совсем благозвучно. Уважаемый товарищ, предлагается за вторую правку, вот, объявленную товарищем Назаровым, голосовать кто за, кто против, воздержавшихся, единогласно. Спасибо. Так, следующая правка от товарища Лазарева. Предлагается добавить в резолютивную часть последним пунктом следующее. Считать, что принятое 22-м съездом КПСС в 1961 году решение об отказе в программе партии от диктатуры пролетариата наряду с отказом считать правившую в стране КПСС партией рабочего класса означало, что произошел политический переворот, произошла контрреволюция, и государство в СССР из государства рабочего класса превратилось в свою противоположность – государство диктатуры буржуазии. Ну, товарищи, ну, здесь уже не раз звучало, что это важный вопрос и важная победа, которая теоретическая, да, в том числе в докладе идеологической комиссии Дмитрия Юрьевича. Недавно была дискуссия инициирована Рабочей партией России с товарищем, бывшим товарищем Герасимовым. То есть вопрос важный, и так как вот у нас сказано в постановлении, что у нас бескомпромиссная борьба с ревизионистскими группами, ну, давайте закрепим просто это положение, что это не противоречит никак программе Рабочей партии. Во избежание дальнейших каких-то вот споров ненужных, по-моему, всем понятно, кто, да, что это так. Вот мое предложение такое. А еще раз правку можно? Давайте читайте. Считать, что принятое 22-м съездом КПСС в 1961 году
решение об отказе в программе партии от диктатуры пролетариата наряду с отказом считать правившую в стране КПСС партией рабочего класса означало, что произошел политический переворот, произошла контрреволюция, и государство в СССР из государства рабочего класса превратилось в свою противоположность – государство диктатуры буржуазии. Но я взял этот цитат из статьи Михаила Васильевича, которую он рассылал всем неравнодушным к данному значит, вопросу товарищам, всем неравнодушным, когда вот шла вот эта борьба внутри партии. Цитаты из статьи научные, его зарегистрированные в научном сообществе, я забыл сейчас, как они называются. Ну, не в таком виде только, то, что тут два раза считать. Вы слово считать вы приписали, а ну, считать. Ну, да, это, ну, если вы можете подсказать, как правильно. А можно вопрос? Это отдельным абзацем или это в контексте как-то идет? Не, отдельным абзацем. Отдельным абзацем, да. Можно высказать? Да. Уважаемые товарищи, я против этой правки, ввиду того, что я как бы понял мысли товарища нашего, но... Это как бы такой теоретический момент, который действительно уже этап этого выявления этих противоречий как бы известен одно. Исторические события уже сложились, то есть то, что какая-то группа в этот момент ее трактовала по-своему, какая-то, значит, группа трактовала по-своему, это тоже, в общем, понятно. Для меня просто непонятно то. Для меня, как бы, постановление съезда – это, значит, те решения, это призыв к действию, да. То есть мы делаем то-то, то-то, то-то. И считаем. Да, а потом вот как-то это все, вот знаете, ну, если это... имеет какую-то важность. Я считаю, вот именно для работы, для дальнейшей практической работы нам это как бы никакой погоды не сделает. Я считаю, правка своевременна и правильна, потому что мы прошли и не работали еще один опыт борьбы с уклонистами, скажем так. Вот. Это уже не первый случай, и эту, я считаю, победу надо фиксировать и зафиксировать в решениях съезда, чтобы больше поползновений в этом направлении ни от кого не было. Зафиксировали, ребята, мы победили, и цыть. На съезде не обсуждалось это. У нас в самом постановлении вы имеете? Вы имеете в виду, что у нас было в проекте? Да. Благодаря бескомпромиссной борьбе с различными ревизионистскими группами улучшился качественный состав партии, увеличилось в ней число рабочих. Все, это все, что есть вот про само постановление, про... Может, а какие различные группы-то? Вообще с одной группой боролись? Так вот, если вы пытаетесь вернуться к этому. В этом году. Я просто вот согласен с Валентином Владимировичем, что такого теоретического плана целое положение, да? Вот можно идти вот в сжатом виде, вот видно, что, так сказать, благодаря борьбе с резионерской группой, которая оставила идею, представила эту идею, завернуть немножко, потому что очень мало сейчас, вот, действительно, все будем считать это задачи партии. А констатировать их, в чем было содержание этой дела, что вот они, в чем ревизионизм проявлялся. Вот в данном конкретном случае, год назад ревизионизм, помните, был в том, что с руководящей ролью рабочего класса боролись. Сейчас они вот формально не боролись, а вот эту, давайте зафиксируем констатирующую часть. Просто жадно видишь. Здесь конкретно такой формировки в программе нет, она не противоречит ей, а вот про руководящую роль рабочего класса. Вы уже хотите постановлением дополнить программу, то есть вы начинаете программу. Ну, я-то не начинаю, а вот в избежание того, чтобы это начинали другие-то, да, чтобы сразу, ну, вот, как товарищ сказал, на корне как бы это все было. То, что будет, конкретно, друзья, ни в чем приносится, не хватит. Чего у них так много песен петь? Ну, можно и так. Много чести, Мать.
Так тогда предложение какое? Либо конкретное предложение, либо мы голосуем за это, либо что ж конкретно? Давайте. Мы можем предложить другую правку. Что это можно как-то, да, более сжать. Вот, у вас есть предложение конкретное? Мы можем пока рассмотреть другие правки. Вы, например, эту правку снимете, пока подготовите. У меня есть просто возражение выступлению Валентина. В том смысле, что считать, что это как-то не нужно в дальнейшей работе партии. Я считаю, что это неправильно. Ну, то есть, я писал статью по данному вопросу, когда вот вся вот эта идеологическая борьба велась. Когда идеологическая комиссия у нас осудила позицию Герасимова считать существование диктатуры пролетариата до 91 года политически вредной. В своей статье я указал, что большую полезность играет роль мнения, ну не мнения, а позиции нашей партии в отношении данного вопроса, что контрреволюция произошла в 61 году. И пропаганда этого положения, она имеет большое значение. То есть она развеивает максимальное число мифов, которыми вот просто облеплена история уже позднесоветская история. Поэтому я против считать, что это какая-то бесполезная штука, которая нам не способствует никак в дальнейшей работе партии. Ну да, вот этот момент с тем, что вот результатом теоретической борьбы стало вот закрепление и значит, усиление, да, вот этого момента, но его нужно подчеркнуть, вот, как я считаю, вот это действительно важная веха вот, за этот период отчетный. Вот, и, ну, я думаю, что и на эту правку следует как-то доработать вот, и вставить тот абзац, продолжить абзац о борьбе с ревизионизмом, да, вот, и как значит, ну, и ее еще раз озвучить, и как результат, да, значит, и как-то ее, значит, более сжатый. Форме, может быть, сформулировать, вот, но подчеркнуть ее надо, я считаю. Момент это очень важный. Спасибо. Вы правку снимаете? Спасибо. Вот еще что хочет товарищ высказать? Я тоже хочу высказаться. Товарищи, я вложу такую формулировку вот перед, ну, чтобы как-то попробовать разрешить, перед вот этой перед вот этим предложением, благодаря бескомпромиссной борьбе с различными ревизионистскими группами, улучшился качественный состав партии, увеличилось в ней число численность рабочих. Написать предложение. Съезд закрепляет решение идеологической комиссии ЦК от такого-то, такого-то, и ставить формулировку идеологической комиссии ЦК. Да, да. Да, деликатно, все-таки коротенькую подсказку. Все-таки, если исходить от того, чего мы не будем считать, перед чего будем считать неправильным, так можно со всех сторон укрепить это положение и к сути не добраться. Все-таки, я считаю, правильно работать в направлении закрепить правильную позицию, правильное понимание вопроса, но в более сжатом виде. То есть поработать именно над вариантом, который предложен заранее, но совместить с вариантом Дмитрия Назарова как. Какой-то синдром составить. Вот в этой плоскости, я думаю, что работает. Можно я тут тоже скажу? Вот, дорогие товарищи, вообще говоря, такие теоретические положения, они как бы закрепляются, они не могут быть закреплены решением как бы съезда, как мне кажется. Вот я не помню ни в одном документе съездов о том, о закреплении положения, о возможности построения социализма в одной стране. Вот не было такого. Может быть, меня кто-то поправит. При этом троцкизм был признан мелкобуржуазным уклоном. Прямо вот в решениях съезда. Да? Был признан. И здесь как бы вот получается... То есть, да, у нас есть эта борьба с ревизионизмом.
А получается, что мы тащим в наше постановление теоретические положения, и как будто бы от того, что съезд сказал, что это теоретическое положение верно, только после этого оно становится верным. А что, до этого не было верным? Тут как-то странно. Вот я вижу в этом некий... то есть съезд занимается тем, что ему, что, ну, он, чем он не должен заниматься. Доказательство тем, что теоретическое положение верно, это борьба в сфере теории, в сфере идеологии, которая ведется за счет публикаций, за счет статей, за счет там, дискуссий, в том числе печатных и так далее. Но теоретическое положение закреплять с, вот, съездом, постановлением съезда. А что мы сейчас закрепим? А давайте закрепим постановление, что мы что съезд считает, что ревизионизм это плохо, например. Что от этого ревизионисты не будут появляться у нас? Так это еще не самое опасное. Конечно. Я хочу сказать, что, вероятно, вот не надо теоретические вопросы закреплять решениями съезда. Не превратим ли мы тогда теорию в догму? А что, если вот мы через год научных исследований примем решение, что контрреволюция произошла раньше, скажем, в 1953-м? Мы выступим против решения съезда партии? То есть вот этот вопрос теоретический, наука она развивается, а мы решением съезда вот ставим такую точку, что... Что съезд не может следующий как-то... А до этого это будет? То есть любой потом ревизионист скажет, что вы нарушаете решение съезда. Нет, тут осталось. Это будет такая куча... борьбы с этим до следующего съезда, да, который потом будет принимать решение. Я предлагаю голосовать по поводу данной поправки. Уже как-то мы затянули обсуждение. А если будет уважаемый, поправка? Скажите. Мне кажется, постановление съезда это решение нас выдвинуто на основании теории какой-то, а мы теорию пытаемся запихать в решение съезда. Теоретическое положение, которое надо в Красном университете учить, а не, спасибо, а не приказывать выполнять. Уважаемый товарищ, предлагается за правку товарища Лазарева голосовать. Кто за, прошу голосовать. Кто против? Воздержавшиеся. Большинством голосов отклонена правка. Спасибо. Если вы сформулируете там эту правку, там то, что товарищ Золотов говорил, то да, он ее рассмотрит. Так давайте, вы сформулируете, а потом мы пока следующую правку рассмотрим. Перенести вот сюда. Ну, конечно. На все правки подаются письменно в редакционную комиссию. Это правило не изменилось за этот день. Так. Следующая правка товарища Чопы. Пункт 2, который сейчас, сейчас звучит, давайте я еще раз его зачитаю, он звучит следующим образом на данный момент. Ну, так, точнее, уже сейчас это пункт 3, потому что мы приняли правку Александра Владимировича. Значит, звучит он таким образом сейчас. Во всех городах, откуда прибыли 3 и более делегатов РКР и съезда партии, провести встречи с делегировавшими на РКР рабочими с отчетом делегатов, наметить и организовать учреждения городских объединений рабочих с избранием городских советов рабочих для координации коллективной борьбы рабочих различных предприятий и обмена опытом коллективной борьбы за заключение прогрессивных коллективных договоров. Предлагается этот пункт, как я понимаю, из того, что здесь написано, заменить на следующее. В целях координации действий и помощи рабочим при создании профсоюзов и рабочих секций для разработки, продвижения и заключения прогрессивных коллективных договоров в период между заседаниями Российского комитета рабочих, первое, то есть пункт делится на подпункт, рабочим, членам Рабочей партии России, делегированным от своих коллективов на Российский комитет рабочих, провести встречи с делегировавшими их на РКР рабочими с отчетом делегатов,
организовать городские объединения рабочих в своих городах. Второе. Нерабочим членам Рабочей партии России оказывать организационную, информационную, консультативную помощь в создании городских объединений рабочих, в агитации рабочих вступить в объединение, проведении собраний, проведении собраний, съездов. То есть советы улетели у нас. Да, получается, что советы выступить в поддержку. Значит, уважаемые товарищи, вот в проекте, который взят за основу у нас в данном пункте, я не совсем понимаю, зачем нужно устанавливать меру, которую вот мы должны подождать, когда вот она случится, в виде трех делегированных товарищей рабочих из РКР, чтобы начать действовать. Создавать организацию городское объединение рабочих. Вот. Я считаю, что эту работу уже можно сейчас начинать. То есть начинать с того, что есть. Создать через становление, чтобы появилось какое-то наличное бытие, да, там как бы качественно ее наполнять, количественно, и там уже появится какая-то мера. А начинать с меры, это начинать с того, чего нет. Вот, это уже это по первому пункту, а по второму подпункту, в проекте, который взят за основу, у нас, получается, нет никаких указаний для товарищей нерабочих. То есть, вот товарищи рабочие, вы, пожалуйста, создавайте и ведите работу по созданию городских объединений рабочих, а товарищи нерабочие посмотрят. Как-то вот это мне не очень понятно. Поэтому второй подпункт появился. Спасибо. Уважаемые товарищи, не соглашусь, постановление предыдущих съездов призывает к действию и интеллигентов, и нерабочих, где также они должны привлекать в Рабочую партию России людей. А понимание того, что рабочим, как никому, придется вести борьбу и быть на острие нашей борьбы, они будут передовым фронтом, и от этого нам никуда не деться. Смысл для меня второго абзаца заключительного вот этого пункта постановления именно в создании советов, как я и на Рокбюро заметил, то, что здесь ведется, путь к созданию именно советов. То есть в этой правке я о советах вообще ничего не услышал. То есть непонятна мне ситуация, что действительно сейчас мешает создавать объединение. Здесь именно, на мой взгляд, если сначала была привязка какая-то к численности, то понятно, что одному гораздо сложнее, троим-двоим всегда будет это сделать проще. Поэтому может быть акцент на то, что когда уже, пусть небольшая, но уже будет какая-то массовость это, да, она будет проявляться именно в создании этих рабочих объединений. Соответственно, последовательностью появляется рабочее объединение, соответственно, появляются предпосылки создания советов. В этой правке я советы потерял, поэтому... Разрешите, я отвечу просто. В принципе, я не против вот этого замечания, то есть можно просто дополнить, где звучит организовать учреждение городских объединений рабочих с избранием городских советов рабочих. В принципе, оно не будет противоречить. То есть все мы понимаем, что городские объединения рабочих создаются именно с целью какого-то развития советов. Выступить по поводу советов нынешних созданных объединений городских рабочих
уже в уставе включен, что руководящий орган этих объединений является городской совет рабочих. Это есть в каждом из уже двух уставов, двух объединений. То есть оно в себе уже это содержит. Совета нет, а орган есть. Это как? Что? Совета нет, а орган есть? Орган является совет рабочих Ленинграда. Ленинградский рабочий совет рабочих уже действует в этом объединении. Как бы прообраз настоящего, полноценного, вполне совет. Это к вопросу о том, что там нет совета. Второй момент. Мы должны в своей работе еще исходить из критерий практики, да? Поскольку он является критерием истины. У нас на практике уже есть два объединения, и они сформировались, не прибегая к какой-то мере. Они сформировались собранием, собственно, рабочих в этом городе и решением объединиться, и наполнением впоследствии, собственно, количественно и превращать в иное качество. Тем самым собирая все больше и больше предприятий, все больше и больше людей. И я считаю, что эту практику надо дальше продолжать, именно вот в уже сложившихся, устоявшихся вот конкретных практических моментах. Можно? Значит, ну, во-первых, по предложению товарища Чупа, все, что там написано, я лично это поддерживаю. Я просто не вижу необходимости записывать это в проект. То есть, все, что там сказано, правильно, и это надо делать. Как бы ничего не противоречит. Теперь, что касается советов, я все-таки здесь вот, надо быть очень аккуратным. Еще раз, советы – это территориальные органы, избираемые по заводам и фабрикам. Слово «избираемые» здесь не просто так. Если с трех заводов соберутся трое рабочих, они организовать совет не могут, потому что их никто не избирал. Здесь постановление, обратите внимание, речь идет о том, что все-таки вот это все, всю организацию проводят рабочие, делегированные на РКР. А это все-таки значит, что их выбрали на РКР, их делегировали 5 рабочих. То есть они представляются коллектив, хотя бы из 5 рабочих. Сейчас такого в ленинградском идее не выполнено, поэтому в точном смысле называть это советом нельзя. А здесь как раз указывается тот путь. Да, мы говорим о том, что, конечно, советы создаются из, вообще говоря, из забасткомов, представителей забасткомов. То есть там более сложно, не просто тех, кого делегировали на РКР, но все-таки делегация, именно вот то, что товарищи получили делегирование на РКР, это очень важно, потому что в этом случае, еще раз, они представляют коллектив. Они не являются висящими рабочими, которые просто пришли в это объединение посмотреть, послушать. Они представляют некую часть коллектива. Вот. Теперь возвращаясь к той формулировке, которая здесь указана. Все-таки эта формулировка, она такая на перспективу, что ли, более глобальная. Она указывает именно тот путь, как в текущих условиях эти советы могут быть организованы. И для этого действительно нужно собрать хотя бы троих делегатов от РКР с разных заводов. Они должны это все сделать, то, что здесь написано. И тогда у них получится именно прийти к тому, что можно называть городским советом рабочих. Это уже будет не просто объединение рабочих. Нет, это не объединение рабочих, а это уже можно называть в некотором смысле городским советом рабочих. Избрали, и там может быть избран городской совет рабочих. Поэтому я бы предложил текущую формулировку оставить. И вот против, еще раз, против того, что предлагает товарищ Чопа, я не выступаю, но я выступаю против того, чтобы заменить текущую формулировку на формулировку товарища Чопа. Можно отвечу, да, тогда? Значит, по выступлению Лилы Валерьевича хочу сказать, что в таком случае считаю данную формулировку, опять же, преждевременной, такой теоретизированной, о том, как это может развиваться, если где-то вот когда-то появятся трое рабочих, делегированных на РКР, еще члены партии. Это вот действительно какая-то такая перспектива, которая не подразумевает каких-то действий со стороны членов рабочей партии, ни рабочих, ни и рабочих, по сути, сейчас нам нужно посидеть и подождать, чем создать вот городские объединения, пусть они не будут работать уже сейчас как совет, но это будет уже какое-то становление, какая-то будет вестись работа с
между заседаниями Российского комитета рабочих на местах будет проводиться нечто подобное общение, причем с привлечением членов Рабочей партии России, как рабочих членов, которые делятся непосредственно своим опытом, так и нерабочих членов, которые будут участвовать в привлечении рабочих, в консультации рабочих, давать советы какие-то. Так, товарищи нерабочие у нас обладают большим временем для развития, да, таких теоретических положений. Поэтому я считаю, что вот это положение по поводу развития уже таких перспективных положений, ну, просто не стоит как бы носить, а полностью заменить без всяких советов. Слушай, у меня есть предложение такое просто по процедуре. Мне кажется, что на каждое выступление мы не должны давать право тому, кто подавал правку, право отвечать. Это как-то немножко противоречит. Есть одно выступление в поддержку правки, ну и может в конце действительно там дать один раз еще выступить. А то у нас получается какой-то такой диалог с каждым. Это все, задача предыдущего съезда не отменяется, правильно? При каждом привлечь трех рабочих, а этих рабочих там привлекем, и значит, у них тоже будет работа. Чем нужно работа снимается? Ничего не снимается, никакая работа. Товарищ Гордин. Я хотел бы вот уточнить. У нас в данном проекте есть точное описание, для чего мы организовываем совет. То есть для координации коллективной борьбы рабочих различных предприятий и обмена опытом коллективной борьбы за заключение прогрессивных коллективных договоров. Если мы организовываем объединение рабочих с одного предприятия, нам не с кем координироваться и не с кем делиться опытом борьбы в рамках объединения. То есть я не понимаю в таком случае, вот в этой формулировке, которую предлагает Алексей на данный момент, смысл этого объединения. То есть чем оно будет заниматься? Ну, вот, это смысл, совершенно верно. То есть оно, да, я его могу организовать. А что я буду делать? Если мы организовываемся на трех предприятиях, у нас, да, у этого получилось одно, у второго второе, у третьего третье. Мы это обсудили и совместно вырабатываем какое-то решение. То есть здесь вот абсолютно логика понятна, чем мы занимаемся в процессе между организацией. А если мы просто, то есть у нас нету трех предприятий, мы просто организовываем объединение, то здесь получается ерунда. Ну, организовали, а что дальше? А, ну оно же ничего не может сделать в данном случае, вот в данном контексте. То есть есть профсоюз, он будет выполнять какую-то свою работу, набирать, но ни координации, ни обмена опытом не будет. Поэтому я против. Товарищи, хотел отметить два момента. Значит, те городские объединения, которые созданы, у них действительно в уставе написано, что руководящим органом объединения является совет. Как правильно сказал Кирилл Валерьевич, это не совсем тот совет, который мы понимаем под теми советами, которые формируются на волне забастовочной борьбы. Я считаю, что формулировка, предложенная в проекте постановления, снимает те, скажем, некие практические недоразумения, которые были допущены в работе товарищей на данный момент, да, те, которые создавали городские объединения, и целиком и полностью указывают на тот путь, который товарищи должны пройти, указывая меру, которую надо соблюсти для устойчивого развития этих городских объединений, и поддерживаю формулировку, которая есть в проекте. Спасибо, уважаемые товарищи. Ну, тогда прекратим обсуждение, ставим вопрос на голосование. Предлагается, значит, голосовать. Кто... Если можно, да? Правку. Тогда получается же городское же объединение, правильно? Значит, все рабочие, да, в городе. А если, допустим, предприятие там вообще очень маленькое, но они являются городскими рабочими, и где они будут собирать этих по 5 человек, чтобы быть делегатом? Ну вот как вот мы сделаем? А как вот тогда объединяться-то будет?
Но когда будет готова организация? Нет, уважаемые товарищи, у нас основной упор идет на каких работников, которые из малых коллективов и представляют трех работников или массы работников, которые представляют коллективы. Вот это, мне кажется, ответ на все вопросы. Также на РКР мы где забастовочную борьбу-то будем проводить? Среди в коллективе, где три человека нету. Или да, или в коллективе, где 50 там человек. Мне вот это не совсем понятно. Я прошу прощения, забыл упомянуть, что вообще обязанность по содействию рабочим в образовании любых объединений прописана в программе партии. Поэтому и в постановлениях есть. Постановление, поэтому здесь просто указывается конкретный пункт. Предлагаю ставить на голосование. Уважаемые товарищи, кто за правку, предложенную Алексеем Чопой, прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три. Кто против? Кто воздержался? Большинством не проходит. Так, следующая правка. От Мигранова Марата Фаритовича. Предлагается следующее. У нас есть предложение о том, что круглосуточную трансляцию ведет Красное радио ФРА. Предлагается заменить это предложение на такой текст. Красное радио ФРА распространяет партийные материалы в аудиоформате, а также на регулярной основе выпускает свои передачи, новости, «День в истории», «Как убивает капитализм» и другие, в которых с ленинских позиций раскрываются события настоящего и прошлого. Ну, если кратко, то вот эта формулировка, которая есть в постановлении, в проекте постановления, круглосуточно ведет трансляцию. Трансляцию чего? Непонятно. Белого шума, там, футбола, хоккея. Там, ведется же трансляция наших материалов партийных, это важно, и при том выпускаются свои программы. Можно название программ опустить в этой правке. Подожди, а что значит свои программы? Они не партийные, что ли, вы хотите? Нет, программы Красного радио, то есть они тоже партийные. Ну, это конечно, все партийно, да, ну хорошо, тогда, да. Так, хорошо, тогда круглосуточную трансляцию ведет Красное радио ФРА, пропагандируя партийные материалы, так? Или, ну, если убрать, просто если убрать то, что вы хотите отказаться от круглосуточности, потому что у вас не написано, что это круглосуточно ведет трансляцию. Вы, насколько вам важно, это нравится? Так, мне кажется, оно ведет круглосуточно. Нет, просто я. Вы же подчеркиваете. Здесь акцент на материалах, наверное, был, на мой взгляд. Ну, потому что круглосуточную трансляцию может вести один человек. Это как бы, а тут работа редакции из 20 с лишним человек. Материалов больше гораздо. Дальше, ну вот пока вот предложено то, что предложено. Красное радио ФРА распространяет партийные материалы в аудиоформате, а также на регулярной основе пускает свои передачи. Новости, день в истории, как убивает капитализм и другие, в которых с ленинских позиций раскрывают события настоящего и прошлого. Вот. Вы хотите изменить формулировку? Да. Давайте так. Скажите, как на какую тогда? Без названия просто. Да. Я думаю, можно название убрать передачи и. Тогда зачитайте формулировку. Не надо. Секунду. Либо зачитайте ее, либо в письменном виде представьте. Сейчас, секунду. Красное радио Фонда Рабочей Академии распространяет партийные материалы в аудиоформате, а также на регулярной основе выпускает свои передачи, в которых с ленинских позиций раскрывает события настоящего и прошлого. Ну вот я бы все-таки подчеркнул, что здесь противопоставляются партийные материалы и свои передачи Красного радио. Получается, что Красное радио не партийный у нас орган. Тут имеется в виду, что передачи с допустим, с канала. Они являются партийными. Они являются. Это является распространением партийных материалов это? В аудиоформате. Так они не только распространяют, но мы и создаем партийный материал. Товарищи, нисколько не умаляю заслуги Красного радио, и мы заслушали доклад.
действительно и работа впечатляет, и охват аудитории. Но, тем не менее, если мы посмотрим текст постановления, то мы увидим, что далеко не все у нас ресурсы раскрыты. Но давайте мы сейчас сделаем акцент на Красном радио, а дальше у нас идет следующее предложение – партийные сайты. Тогда давайте раскрывать, что у нас партийные сайты, транслируют ли они только партийные материалы или еще какие-то свои материалы выкладывают. А дальше идет фраза «и другие партийные ресурсы». А что это за таинственные партийные ресурсы? Почему не раскрыть этот пункт? Но невозможно в постановлении перечислить все, что у нас прозвучало в докладе и все, что у нас идет в отчете Центрального комитета. Все-таки постановление должно быть достаточно сжатым, и оно должно отражать именно те вехи, которые есть в работе партии, не, так сказать, вдаваясь в детали и подробности. Спасибо. Кто-нибудь еще хочет высказаться по данной правке? Нет, желающих. Ставим вопрос на голосование. Уважаемые товарищи, кто за правку, предложенную товарищем Мигрантом, прошу голосовать. Кто за? Кто против? 14. 15. 15 против. Кто? Ну, остальные воздержались, соответственно. Так, и, дорогие товарищи, еще есть одна правка. Она чисто носит такой технический характер, но я бы все-таки хотел, чтобы за нее проголосовали, потому что это важно. Значит, у нас здесь написано второй абзац, третье предложение. Съезд отмечает, что именно это направление работы составит основу решения, поставленной 27-м съездом, задачи привлечения в рабочую партию каждым членом партии двух рабочих и образования фабрично-заводских партийных ячеек. Значит, предлагается следующее изменение. Все-таки написать, что это не рабочая партия, а рабочая партия России, чтобы не путались с другой организацией. Возможно. Возможно. Кто-то может перепутать с какой-то другой организацией. Тут, кстати, в докладах тоже звучало, что про рабочую партию. У нас все-таки организация называется Рабочая партия России, и это с некоторых пор это важно. Да. Оказалось. Да, я надеюсь, что понимают, о чем идет речь. И значит, и здесь, значит, рабочую партию России каждым членам партии не надо повторять два раза. Значит, получается, задача привлечения в рабочую партию России каждым членам двух рабочих и образования фабрично-заводских партийных ячеек. То есть партии вычеркнуть, в два раза партии получается, партию, партии. Вот второе партии просто вычеркнуть. И получается следующее, съезд отмечает, что именно это направление работы составит основу решения, поставленной 27-м съездом задачи привлечения в рабочую партию России каждым членам двух рабочих и образования фабрично-заводских партийных ячеек. Угу. Уважаемые товарищи, я кто? Я не отрывал членов от партии. Хорошо, каждым ее членам тогда. Уважаемые товарищи, кто за озвученную правку, предложенную, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержавшись? Так, значит, предлагается вот абзац о бескомпромиссной борьбе сформулировать следующим образом. Значит, давайте еще раз. Звучит сейчас вот таким образом. Благодаря бескомпромиссной борьбе с различными ревизионистскими группами улучшился качественный состав партии. Увеличилась в ней численность рабочих. Предлагается следующее. Благодаря бескомпромиссной борьбе с ревизионистской группой, отрицавшей контрреволюционный переворот в 1961 году и пытавшейся дезорганизовать работу партии, улучшился качественный состав партии, увеличилась численность рабочих в ней. Как с комментариями. Можно еще раз? Сейчас, да.
дезориентировали несколько. Я сам дезориентировался. Так, благодаря бескомпромиссной борьбе с ревизионистской группой, отрицавшей контрреволюционный переворот в 1961 году и пытавшейся дезорганизовать работу партии, улучшился качественный состав партии, увеличилась численность рабочих в ней. Зачем мы будем отрицание вносить позитивные части? Так, дорогие товарищи, вот, значит, вот это, текст. Товарищи поработали над этим текстом. Есть предложение либо высказаться товарищам еще раз по вот этому тексту. Давайте, может, его как-то менять не будем. Высказывайтесь, товарищи. Кто-то хочет высказаться или голосует? Голосование. Предлагается данную правку ставить на голосование. Прошу голосовать тех, кто за предложенную правку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Кто против? Кто против? Не, я кто против. Воздержался? Это ключевое. Началась какая-то стихия. Что-то у нас какая-то не сразу. То ли кто-то я не увидел, что был зал. Правка проходит по голосованию. Предлагается с учетом правок зачитать проект постановления съезда. Так. Того, чтобы принять в целом. Постановление 28-го съезда Рабочей партии России. Отчет ЦК и задачи партии. Обсудив отчетный доклад Центрального комитета Рабочей партии России, с которым выступили сопредседатель Рабочей комиссии В.В. Кальвет, сопредседатель идеологической комиссии Д.Ю. Шилов и сопредседатель организационной комиссии ДБ Дегтярев, съезд отмечает, что за истекший период партия в соответствии с программой РПР продолжала оказывать содействие рабочему классу, трудящимся в организации классовой борьбы посредством идеологического, политического и экономического просвещения, помощи в создании рабочих секций профессиональных союзов, нацеленных на улучшение экономического положения работников, издание и распространение членами партии и сочувствующими на заводах и фабриках газеты «Народная правда», являющиеся коллективным пропагандистом, агитатором и организатором партии, вышли на ежемесячную основу. За отчетный период было издано и распространено 10 номеров газеты тиражом свыше 500 000 экземпляров. Съезд отмечает, что именно это направление работы ставит основу решения, поставленной 27-м съездом, задачи привлечения в Рабочую партию России каждым ее членам двух рабочих и образования фабрично-заводских партийных ячеек. В октябре 2020 и в марте 2021 года была успешно организована работа семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии Российского комитета рабочих. В соответствии с решением идеологической комиссии ЦК РПР начато издание собрания сочинений М.В. Попова в электронном виде. К настоящему моменту издано 3 тома. Проведены международная научно-практическая конференция «Причины и результаты борьбы позитивных и негативных тенденций в социалистических странах», по результатам которой опубликован сборник статей, и научно-практическая конференция «Коллективный договор как система забастовочных требований». Красный университет и университет рабочих корреспондентов вели пропаганду марксизма в единстве его 3 моментов. Видеоканал Фонда Рабочей Академии активно способствует этой пропаганде, своевременно публикуя записи занятий, семинаров, кружков,
выступлений на актуальные темы и других материалов. Круглосуточную трансляцию ведет Красное радио Фонда Рабочей Академии. Успешно работают сайты партии и другие партийные ресурсы в интернете. Благодаря бескомпромиссной борьбе с ревизионистской группой, отрицавшей контрреволюционный переворот в 1961 году и пытавшейся дезорганизовать работу партии, улучшился качественный состав партии, увеличилась численность рабочих в ней. Съезд подчеркивает, что главным направлением деятельности партии на предприятиях является создание рабочих секций действующих профсоюзов, а рабочие не их, а не образование малочисленных новых профсоюзных организаций, которые, не получив поддержки большинства трудового коллектива, пытаются меньшинством вести активные действия, делая себя практически беззащитными перед администрацией. В случае создания первичных профсоюзных ячеек несколькими активистами съезд разъясняет опасность преждевременной открытой конфронтации с работодателем без завоевания большинства коллектива. Основным инструментом для завоевания такого большинства должен быть прогрессивный проект коллективного договора для данного предприятия, основные положения которого, выгодные каждому работнику, должны быть кратко выражены в одностраничной выжимке из проекта колдоговора, выданной каждому члену коллектива. Съезд признает работу партии за отчетный период удовлетворительной и постановляет: первое. Продолжить подготовку издания «Собрание сочинений М.В. Попова» в целях развития фундаментального характера пропаганды марксизма-ленинизма и повышения уровня теоретической подготовки членов РПР. Второе. Продолжить работу по привлечению в партию рабочих. Распространение газет на проходных заводах и фабрик считать основным средством реализации данной задачи. Третье. Во всех городах, откуда прибыли три и более делегатов РКР и съезда партии, провести встречи с делегировавшими на РКР рабочими с отчетом делегатов. Наметить и организовать учреждение городских объединений рабочих с избранием городских советов рабочих для координации коллективной борьбы рабочих различных предприятий и обмена опытом коллективной борьбы за заключение прогрессивных коллективных договоров. Четвертое. Действенным инструментом партийной работы считать общепартийный план, содержащий комплекс мероприятий и систему действий, нацеленных на реализацию партийной программы и решений съезда партии. План на новый 2022 год должен быть сверстан в декабре текущего года. Массовое привлечение рабочих в партию является необходимым условием успешной борьбы рабочего класса за создание советов как организационной формы диктатуры пролетариата. Нижний Новгород, ноябрь 2021 год. Уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять в целом. Прошу голосовать, кто за, против, воздержавшихся, нет, единогласно. Воздержавшихся? Да. Чисе. Большинством голосов. Все, все вопросы съезда решены, уважаемые товарищи, на ваш взгляд. Повестка дня исчерпана. Исчерпана. Как? Искренне интернационал. Правильно. Нет, так это же закрытие уже съезда. Закрытие, да. Предлагаю тогда оформить закрытие съезда исполнением гимна. Вставай, проклятием заклеймённый, весь мир рабочих и рабов. Кипит наш разум возмущённый, и смертный бой вести готов. Весь мир насилия мы разруем до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто бы ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянем.
последний и решительный бой.